этой неделе в связи с ремонтными работами в некоторых домах Самары отключат холодную воду. 10 сентября с 9:30 до 13:00 на пониженном давлении будут дома по адресам: улица Старый Загор, 64, 66, 68, 70. В этот же день холодную воду отключат с 10:00 до 18:00 по адресам: улица Клиническая, 154А, улица Марфлотская, 69, 104, улица Глинобитная, 40-47, переулок Севашский, 1-18, второй переулок, 35-47. Бойлер установят на Марфлотской, 77. 12 сентября с 10:00 до 18:00 ограничат подачу холодной воды по адресам: улица Кабельная, 1-2-2А-3-4А, бойлер установят на Кабельной, 2. Самара отметила День города. Все выходные для жителей и гостей областной столицы проходили культурно-массовые мероприятия. Завершилось празднование патриотическим концертом на площади Куйбышева. Футболисты «Акрона» в 1/4 финала Кубка России встретятся с командами «Краснодар», «ЦСКА», «Ахмат» или «Нижний Новгород». Первые матчи тольяттинцев пройдут дома. Игры состоятся с 5 по 7 ноября и с 26 по 28 ноября. В Самаре на втором поле стадиона «Металлург» прошел товарищеский матч между командами «Крылья Советов» и «Акрон». Игра закончилась в ничью со счетом 2-2. Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин в составе сборной Беларуси сыграл в матче против сборной Люксембурга. Команда выиграла у Люксембурга со счетом 1-0. Региональный избирком опубликовал предварительные итоги выборов губернатора Самарской области. Вячеслав Федорищев набрал 79,56% голосов, Алексей Лескин – 6,93%, Наталья Бесярина – 5,98%, Михаил Моряхин – 2,68%, Владимир Плякин – 2,23%, за Степана Соловьева проголосовали 1,26% избирателей. Самарскую область накроет сильная магнитная буря. Она начнется 10 сентября примерно в 18:00 и закончится в полдень 11 сентября. Солнечная активность составит 6 баллов. В Центр избиркоме России рассказали о работе цифровой платформы для дистанционного голосования. Ее использовали в отдельных регионах в единый день голосования 8 сентября. Всего на платформе учтено 920 тысяч заявлений. Работа системы прошла в штатном режиме. 8 сентября на 83-м году жизни скончался основатель клуба «Веселых и находчивых» Александр Масляков. С 1964 года он был ведущим и руководителем программы «КВН», стал ее лицом и символом на долгие годы. Химик-косметолог рассказал, какую маску для лица выбрать – тканевую или кремовую. Тканевая дает усиленный эффект за счет основы, пропитанной специальным лосьоном или сывороткой. Кремовая маска дает более пролонгированный эффект. Для выбора подходящего продукта необходимо проконсультироваться со специалистом.